Все, дорогие друзья, съездила я в город, оформила я помощь многодетным и малоимущим ко школе в администрации. Получается, там по 200, по-моему, сказали на ребенка. Ну вот, надо будет потом отчитываться в течение 5 дней чеками. Ну, это я легко отчитаюсь. На моих 5 учеников получается, ну, где-то 11 тысяч я получу, и вот на каждого по 200 я должна буду потратить. Ну, в целом, это оформила. Сейчас покажу, что купила. Заходила и в Фикс Прайс, и в разные другие магазины, и Кашколи купила, и сладости, и в Валберес забрала заказ для челленджа, который вы скоро увидите. Так что смотрим покупки. Так, вот такие вот у меня в целом покупки. Давай пока чайник выключим, а то он шумит сильно. Первое, что покажу, это вот 2 литра молока. Взяла, Светик сразу уберет. Потом дальше заходила в магнит, взяла вот такие вот ломтишки. Они сейчас немножко подтаяли. Свет убери в холодильник. Это сейчас тоже, чтобы оно нормально было. Дальше купила минтай. Ну, тут, наверное, около 3 килограмм. По-моему, на 300 с чем-то рублей, да, по-моему? На 350 почти. Ну, вот в целом рыбку взяла. Сейчас пожарю, приготовим. Также Света попросила кабачки взять, я взяла. Дальше взяла сметанку на убирай в холодильник. И взяла творожок. Пакетик вот такой на 128. А сметан на какую сумму? Ну-ка дай показать. 46 рублей сметанка вышла. Ну, в целом так, да? Также 2 булки белого взяла. Хлебушек всегда нужен. Валберес потом покажу. Дальше зашла в Фикс Прайс. Взяла разные тарелочки. Смотрите, у нас вот такой вот еще не было тарелочки. Мы взяли. Так, потом вот такую вот тарелочку взяли. Дальше. Потом вот большую суповую тарелку вот такую вот взяла я. Очень красивая. И вот такая вот. Больше таких расцветок там интересных не было. Вот такие вот. Что, 4 тарелочки, получается, я купила. Дальше. Фикс Прайс также вот эти вот конфетки взяла. Это жевательные, да? Конфетки. Дети очень любят такие конфетки.
Потом вот таких взяла, тоже не обожают их, эти конфеты. И вот эти вот взяла, тоже очень любят, нравятся им какао конфеты. Как-то мы взяли, они сказали, мама, очень вкусные, теперь надо покупать. Это в магните яблочный сок брала, хотела подруге попить, так и не попила. Дальше взяла влажные салфетки, упаковочку, Машенькина, убирай. И дальше начинаем подготавливаться мы к школе. Взяла разные тетради, вот такую вот тетрадку. Видите, расцветки вам покажу. Они все на 48 листочков. Вот я стараюсь всегда разненькие брать, по несколько штук тетрадки. Так, Светик, держи тетрадочки, уноси. И альбомы также взяла. Один вот такой альбом. Ну, так, ну и что, что есть такой. Потом дальше цветной картон. Тут 10 цветов, 20 листов. Вот такой вот цветной картон. И что-то по цене он не сильно дорогой, ребята. Также цветная бумага тоже толстая. Видите, какая толстая идет. Тоже... Так, цветная. Что-то я не вижу. А, ну, и цветная, и белая. Мелованная бумага. Потом дальше опять альбомчик. Вот это вот мне вообще прям нравится. Ну, и вот такой вот появился. Ванечке, мне кажется, понравится, мама. Да? Мама, да. Хорошо. Дальше делала. Сыр Ламберт взяла попробовать. Мы такой еще ни разу не пробовали. На пробу взяла. И королевский 40-46% тоже мы такой не пробовали еще. Мы потому что подбираем сыр, чтобы хорошо плавился, да, Светик? И вот поэтому выбираем. Дальше. В фикс прайсе также взяла кофе. Это я себе всегда беру. И сейчас покажу, что из одежды взяла. Взяла Мариночке в садик еще одни вот такие вот шортики. 104 на 110 ростовка. Можно было, конечно, побольше, но тогда они будут сильно с нее свисать. Я не стала. Взяла вот такие вот в целом. Ванечке взяла вот такие вот шортики. Ростовка 98. Мне кажется, нормально, да, будет ему. Дальше. Мариночки плавочки 116-122. Оксаночки плавочки вот такие вот взяла. Так, ну это женские, не буду показывать. И вот такие вот Ванюшки на 98 еще взяла. У нас со львом, по-моему, нету, да? У нас были другие. Все. Это вот такие вот покупки. Дальше, ребята, помните, я вам все время трындела, что сделаю детям челлендж. Как-то мы смотрели канал Жубревых, и они там вот эти вот пробовали разные вкусы. Джелли-белли, или, да? Называются они. Разные вкусы. Я нынче заказала тоже. Им, они меня давно просят. Тут не знаю, с какими вкусами. Но не трогай, Маш, подожди. И также вот эти вот еще заказала. Не знаю, как они называются. Тут джелли-белли. Ну, как-то это. Тоже тут по 2 пакетика в каждой упаковочке. Это будем делать мы челлендж. А это как вот называется это? Это джелли... А тут не только противные. Тут разные, Ильюш. Вот эти противные, которые у тебя. Ну, мы испытаем. Челлендж. Не, в коробочке ножках дорого. Вот эти вот я за 2 пакетика заплатила. Вот за это вот, например, около 400 рублей. А в коробочке 700 рублей. В коробочке так они прям нормальные. Ну, не знаю, попробуем. Потом в следующий раз закажем в коробочке, хорошо? Дальше. Потом заказала Ванечке тут яйцо. Оксана, Катя, открой, пожалуйста, для челленджа. Потом вот такое вот заказала. Подожди, Маш, не лезь. Да, тоже Ванечка будет на видео открывать. Дальше. Ну, вот тут получается что с танками. Там внутри даже видно, наверное, что. Но это Ванечка будет открывать. И вот такой вот Ванечка тоже будет открывать. Тут, говорят, очень классные солдатики. Вот посмотрим, если нам понравится, будем покупать. Потом дальше вот Мариночки вот такой вот будет. Или Оксаночки там посмотрим, как. Не, вот это вот Мариночки будет сюрприз внутри. Подарочный набор тут какой-то. Открой, я, Катя, посмотреть упаковочку лучше. И вот такая вот для Вани тоже, или для Марины, для Оксаны, кого он не знает, там игрушка. Ну, это так, маломальски что-то вот заказывала деткам. Я же обещала им челленджи. Теперь каждый раз буду с зарплаты им покупать что-нибудь для челленджа. Давай покажем. Сейчас Катюшку открывает. Сильнее открывай. Вот такой, ребята, набор. Очень понравился. Пока один заказала, потом еще закажу обязательно. Так, тут с подарком написано внутри. И так что скоро будет челлендж. Вот такие вот в целом у нас были покупочки. Если вам понравилось,
Пишите ваши комментарии, что вы насчет вот этого всего думаете. Я знаю, что вы скажете, гадость детям покупаю. Ну и знаете, пока есть возможность, буду баловать. Скажу так. Если кто-то не согласен, это ваше мнение, я нисколько не против. Поэтому оставайтесь с нами.